Антон, ну мне показывает, что мы лайв на Facebook. Да, вот у меня тоже вроде показывает лайв. Ребят, напишите мне кто-нибудь в личку, что ли. Скажите, что да, потому что это третья попытка, и мы никак не можем нормально запуститься. Вы с телефона смотрите, да? У вас показывает, что лайв на Facebook. Или нет? Нет, здесь прям в компьютере. А, вот у меня здесь тоже лайв на Facebook. Окей, тогда будем работать в таком режиме. Пишите под здесь в комментарии, если свои вопросы. Это наша третья попытка. Если эта третья попытка увенчается опять неудачей, то мы вынуждены будем переместиться. Почему-то Zoom не работает. Не работает так, как хотелось бы. Итак, пропустим все интродакшены, пропустим все эти вопросы. То есть начнем непосредственно говорить про то, зачем мы здесь сегодня собрались. Точнее, давайте первый вопрос у нас – это Sales Tax Nexus. Анна, пожалуйста, расскажите в общих чертах основные понятия, что такое Sales Tax и что такое Nexus, и вообще, ну, то есть общее понятие, как это считается, и потом я вам уже буду задавать какие-то дополнительные вопросы, в том числе и наши зрители будут задавать эти вопросы. Вот. Да, конечно. Sales Tax – это налог с продаж. Этот налог, он взимается с конечного покупателя в момент приобретения товаров. То есть это не налог, который компания платит со своих доходов, это налог, который она взимает, и потом этот налог, соответственно, отдает государству. Каждый штат хочет забрать себе кусочек пирога и, соответственно, прикрепить продажи к своей юрисдикции, будем так говорить. И у каждого штата есть определенные правила или критерии, когда Nexus может установиться в этом определенном штате. То есть, если компания зарегистрирована в штате Джорджия, но ведет деятельность, то есть продает товары не только в Джорджию, а в другие штаты, в зависимости от обстоятельств, если компания какие-то критерии соответственные продажи, например, или число транзакций, которые число продаж в этом штате было как бы сделано, да, тогда в этом штате может установиться Nexus. То есть, по сути, это Nexus, это тот же самый Sales Tax, только когда он распространяется в других штатах более чем одном. Правильно? Nexus может быть не только на sales tax, он также может быть на income tax. То есть sales tax – это налог на продажу, income tax – это налог на доход, доходный налог. Uh-huh. Так как в Америке компания зарегистрирована в одном штате, но может вести деятельность в разных штатах, соответственно, когда в компании появляется Nexus в других штатах, тот штат может потребовать компании подавать налоговую декларацию в том штате даже по подоходному налогу, не только по sales tax. И эти критерии для sales tax и для income tax, они меняются. То есть изначально есть такое понятие, как экономический nexus. Это такой общий nexus для income tax и для sales tax. Раньше, то есть как исторически, Sales Tax Nexus и Income Tax Nexus – это были два отдельных понятия, и сейчас каждый штат, так как количество транзакций, количество продаж, интернет-продаж растет, и раньше штаты делали такой тест, который назывался тест на физическое присутствие компании. То есть если у компании был офис или склад, или же у него были работники или контрактор в определенном штате, это подходило под критерию создания Nexus в определенной юрисдикции, в определенном штате. И тогда штат просил компанию или собирать sales tax, налоги на продажу, или же или подавать декларацию и платить подоходовый налог в этом штате. Сейчас, в 2018 году, был такой очень известный кейс в Америке против компании Wayfair, которая начала продавать мебель онлайн. Вот. И они не собирали налог со своих покупателей.
И штаты, которые засудили Wayfair, выиграли это дело и заставили Wayfair собирать sales tax, налог на продажи во всех штатах, куда Wayfair отправляла мебель, товары своим клиентам. И это был как precedent, который теперь... следует, даже вот Amazon продажи теперь следует этому, да, то есть теперь, когда продажи в определенных штатах, то есть теперь физического теста на sales tax нет, есть как бы не тест даже, а это называется destination test, то есть куда уходит товар, то есть если ваш товар уходит из Джорджии, например, в Теннесси, то sales tax берется с людей в Теннесси, соответственно, вы... Если вы подходите по критериям, вы должны будете регистрироваться в Теннесси, собирать налог там и оплачивать этот налог государству Теннесси. То есть правильно я понимаю, что мы должны смотреть про sales tax в том штате, в котором куда уходит товар, да, где у нас конечный потребитель, а не там, где мы находимся? А, да. Правильно. Да, тогда вот какой у меня вопрос. То есть у нас многие продавцы занимаются... холлсейлом, да, то есть они регистрируют компанию, допустим, в Джорджии, а склад у них может находиться во Флориде, а доставляют они товар в Нью-Йорк или в какой-то другой штат. То есть в каких штатах, вот если компания зарегистрирована в Джорджии, склад находится во Флориде, а товар доставляется, как вы сказали, в Теннесси или в Канзас куда-нибудь, да, в каких штатах в данном случае нужно зарегистрироваться? Во всех трех? Ну, вы во-первых, такой пример дали сложный. Во-первых, нам надо... разобраться несколько. Wholesale это будет отдельно от Амазона, и критерии, которые нужно будет нам как бы смотреть, или эти критерии соответствуют или нет, для Амазона и для людей, которые продают там, например, через wholesale, да, через свои интернет-веб-сайты, это две разные истории, будем так говорить, да? Но нет, wholesale есть и через Amazon, то есть... Да, но Amazon сейчас, если вы подходите как marketplace facilitator, да, как seller на marketplace facilitator, в большинстве штатов Amazon собирает и платит налоги, и вам про эти штаты не надо как бы волноваться. Но есть 6 штатов, которые Amazon не делает этого, и даже Amazon Marketplace Facilitator, вам все равно надо будет в этих 6 штатах регистрироваться и собирать налоги и оплачивать налоги в этих штатах. 6 штатов? Это 6 штатов. Флорида, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури и Теннесси. А почему именно 6 штатов? То есть у них самый низкий порог для входа, для получения вот этого Нексуса, да? То есть, нет, у них у всех разные, я сейчас объясню, у них у всех разные критерии, но в этих штатах Amazon не собирает налог на продажу, и вам это надо делать сами в этих 6 штатах. Из этих 6 штатов 2 штата, у которых нет этого порога вообще, это штат Канзас и штат Миссури. То есть у них этой критерии, что, например, в большинстве штатов критерия такая: если вы продаете 100 тысяч на 100 тысяч продаж в этом штате, или же у вас 200 отдельных продаж, то есть там могут быть даже на 2000 долларов продажи, но вы их продали 200 разным людям, да, вам, соответственно, нужно будет регистрироваться и собирать налоги, и потом его отправлять в штат. Это в большинстве штатов 100 тысяч или 200 транзакций. Так в штатах Канзас и в штатах Миссури этого порога вообще нет пока. В штате Канзас это пока обсуждается, они хотят установить порог 100 тысяч, но пока его нет. Вот. А в других штатах Флорида, Луизиана, Миссисипи и Теннесси это по-разному. Флорида и Миссисипи, по-моему, 250 тысяч, Луизиана 100 тысяч или 200 транзакций, и Теннесси 500 тысяч. То есть по умолчанию каждый Amazon-продавец должен зарегистрироваться в каком количестве штатов? Кроме тех, которые покрывает Amazon, это 2 штата, да? Канзас и Миссури пока. Канзас и Миссури, и потом опционально еще 4 штата могут добавиться в зависимости от полученного оборота. Правильно понимаю, да? Да, правильно. Правильно понимаю. А у нас, по-моему, то есть всего штатов 50, а Amazon взимает 24, кажется, я не помню, что-то типа... Ну, они добавляют там каждый, буквально вот в
прошедшие пару месяцев, 6 месяцев, они добавляли штат чуть ли не каждый месяц, где они начали делать это сами. Понятно. Ну, то есть основной поинт – это именно обратите внимание вот на эти вот 6 штатов, возможно, вам нужно там зарегистрироваться и осуществлять sales tax. Я правильно понимаю, да? Вы правильно поняли, но я хотела бы тоже обратить ваше внимание на пример, который вы задали, вопрос, когда компания зарегистрирована в Джорджии, а есть склад во Флориде. То есть тут склад во Флориде играет роль в том смысле, что оно... само ваше физическое присутствие в штате Флорида попадает под критерии, под характеристику того, что у вас уже во Флориде есть Nexus не только для sales tax, но еще для income tax, потому что у вас там есть присутствие физическое. То есть у вас там есть склад, соответственно, у вас там могут быть работники, могут быть и нет, но у вас там находится товар, у вас там находится склад. То есть мы попадаем, если... А смотрите, а в случае, ну, если у нас нет собственного склада, а это склад Амазона, то ничего не меняется, по большому счету, да? Ну, если вы подходите под Amazon Marketplace Facilitator, то нет, это только там, куда ваши товары отправляются. Окей, окей. Так, давайте по вопросам пробежимся. Если у меня склад и фирма... Если у меня склад и фирма во Флориде, сейчас открываем склад в Нью-Йорке. Можно, нужно получать ресейл-сертификат вот в Нью-Йорке. Как раз вот отдельный вопрос по поводу ресейл, потому что люди многие занимаются именно перепродажей товаров внутри США. Скажите еще раз, что такое ресейл или так exemption в каких-то штатах это называется, да? И в каких штатах его нужно получать один раз или много? Ресейл сертификат нужно получать в штате, где вы планируете производить wholesale деятельность, потому что, скорее всего, у вас его будут требовать покупатели именно из того штата. Вот. А покупатели из того штата? Угу. То есть вот в данном случае, если у нас компания зарегистрирована во Флориде, открывается склад в Нью-Йорке, во Флориде уже вам есть... Вам нужен будет ресейл сертификат и во Флориде, и в Нью-Йорке. И во Флориде, и в Нью-Йорке. Потому что мы... Подождите, ресейл же... Я правильно понимаю, ресейл нужен для того, когда вы покупаете, а не продаете. Правильно или нет? Ну, в обеих случаях. А, в обоих случаях. Ну смотрите, ресейл сертификат это просто то, указывает на то, что если вы покупаете товар, вы предоставляете продавцу этот сертификат, чтобы они с вас не взимали sales tax, потому что вы перепродаете этот товар. Да. Вот. А если мы просто перепродаем в Нью-Йорке, но при этом в Нью-Йорке не покупаем, мы должны там получать? Да, да, извините, ошибка, потому что если вы перепродаете в Нью-Йорке тоже wholesale, наверное, надо уточнить, если вы то вам нужно брать wholesale exemption certificate от людей, которые покупают у вас. Да, извините. Понятно, то есть для если мы продаем не конечным потребителям, то тогда мы должны брать в Нью-Йорке. Да? Вы должны у своих покупателей тоже потребовать такой exemption или resale certificate, который должен находиться у вас on file или on record. Окей, но при этом мы не должны регистрироваться в Нью-Йорке как resale. В вашем случае вы должны, потому что если у вас есть там физическое присутствие в этом штате, вы, в принципе, должны будете зарегистрироваться в Нью-Йорке, конкретно в этом примере, о котором мы сейчас говорим. Ну, мы говорим зарегистрироваться в Нью-Йорке как sales tax или resale, это одно и все вместе должно быть? Ну, это как бы это не одно и то же, но так как у вас есть присутствие в этом штате, соответственно, вы должны будете зарегистрироваться там и получить sales tax номер в этом штате, и, соответственно, можете получить resale или exemption сертификат в этом штате. Окей, понятно. Какой у нас еще тут вопрос? Если продажа товаров и услуг осуществляется не резиденту США, но компания в Нью-Йорке, нужно ли удерживать sales tax? Хороший вопрос. Если продажа товаров или услуг, ну, продажа товаров, услуги это не подходит под эту категорию, если продажа товаров осуществляется не резиденту США или компании, которая не является резидентом США, но компания находится в Нью-Йорке, нужно ли удерживать sales tax? Ну, это осуществляется там. Ну, мы заходим чуть-чуть уже в другую тему, чуть-чуть, потому что это осуществляется продажи онлайн или физически, как бы.
Потому что зависимость там, по-моему, в зависимости от суммы, на суммы продаж, вы или взимаете, или можете не взимать. Но это чуть-чуть сложно, потому что потом, если вы взимаете этот sales tax, то человек, который потом уезжает из Америки, может сделать claim в аэропорту, чтобы получить эти sales tax назад. А если мы продаем напрямую человеку, который не проживает на территории США, а проживает где-нибудь в Украине или в России, или компании? Да, вы можете не взимать sales tax. Окей. Да, вот человек уточняет, что мы продаем онлайн этот товар компании или человеку, который проживает в другой стране. Соответственно, мы не должны взимать sales tax. Нет. Так, на этот ответ получили, на этот вопрос получили ответ. Я думаю, что если у вас есть еще какие-то вопросы именно по Sales Tax Nexus, давайте напишите, или мы перейдем уже к дальнейшим вопросам. Ну, значит, пока у нас больше других вопросов нету, давайте перейдем к следующему вопросу. Наверное, многие успели до 15 апреля подать годовой отчет, но, наверное, многие не успели. И правильно ли я понимаю, что этот период налоговый в этом году продлен до какого-то числа, и можно особо по этому поводу не переживать? Да, продлен был. При нормальных обстоятельствах вы можете продлить подачу налоговой декларации. В нашем случае, когда мы обсуждаем с Amazon компаниями, то это в основном или налоговая декларация для физических лиц, или же налоговая декларация для C-Corps. Обе этих формы, они обычно при нормальных обстоятельствах должны податься до 15 апреля. Если компания или человек не успевают подать до 15 апреля, они могут подать заявление на продление подачи до 15 октября. В этом случае вы продлеваете подачу декларации, но есть некоторые условия. Если у вас налоговая задолженность больше $1000, вернее так, налоговая задолженность не продляется. Вот. И компания... То есть мы должны заплатить налог, но отчет можем подать потом. Правильно, да. Налог вы должны заплатить вовремя. Отчет можете подать позже. То есть, соответственно, это подразумевает то, что компания или человек должны, ну, не предугадать, а estimate сделать, да? Своей налоговой обязанности за этот год. Если эта сумма превышает $1000, то и вы не заплатили налог вовремя, то государство наложит на вас штраф и проценты на сумму задолженности, которая не была уплачена вовремя. В данной ситуации из-за теперешних событий подача декларации и уплата налога были продлены до 15 июля. То есть сейчас люди, которые не успели подать до 15 октября, они успели заплатить до 15 апреля. Да. Это было и оплата, и подача декларации были продлены до 15 июля автоматически государством. То есть людям ничего не надо было делать. А если люди, компании не успевают, опять же таки, сделать отчеты и подать декларацию до 15 июля, они все еще могут ее продлить до 15 октября пока. Возможно, здесь что-то поменяется, и этот период будет продлен еще чуть-чуть, но пока это неизвестно. Окей. Сроки понятны. Теперь по содержанию налоговой декларации. Вот, то есть, когда мы с вами делали множество отчетов и все еще продолжаем делать на компании, которая у нас обслуживается, во многих случаях нужно заполнять форму 5472. Давайте поговорим про эту форму, потому что я так подозреваю, что не все понимают, что это за форма, для чего она нужна и на кого она вообще распространяется, при каких обстоятельствах она заполняется и что в ней такого важного, особенного. Да, ну давайте мы сконцентрируемся чуть-чуть на форме 1120. Это форма налоговой декларации для C-Corps.
Форма 5472 – это определенная, это дополнительная форма, дополнительная декларация, которая идет с формой 1120. Опять же таки, в зависимости от рода деятельности компании, в зависимости от дела, который происходит в течение года, ну, может такое быть потенциально, да, что достаточно много разных форм и деклараций, которые должны идти в дополнение к форме 1120. Вот форма 5472 – это она одна из них. Почему она актуальна именно для нас, да, и для людей, которые работают, открывают компании на Amazon в Америке, не являясь гражданами Америки, являясь гражданами или резидентами других стран, потому что форма 5472 предусматривает декларирование компаниями или физическими лицами, чуть-чуть форма по-другому называется, вернее, ее номер другой, но она тоже предусмотрена, перевод денег с одной страны в другую. То есть если у компании есть сделки, у американской компании есть сделки со своими учредителями, которыми не являются гражданами Америки, являются гражданами других стран или резидентами других стран, или же у компании есть сделки с родственными компаниями, которые зарегистрированы в других странах, форма 5472 предусматривает, что вы должны задекларировать и показать перевод или товара на какую сумму, или же перевод конкретно денежных средств в течение года от иностранных граждан, иностранных компаний в Америку. Вот. В принципе, это то, что американское законодательство или государство хотят узнать. Они хотят узнать денежные переводы, которые осуществляются между родственными компаниями, между родственными компаниями и учредителями и так далее. То есть правильно ли я понимаю, что форма 5472 необходима во всех случаях, когда учредитель является иностранным гражданином и получает какие-то деньги в качестве дивидендов или каких-то других платежей от имени американской компании в своей стране? Правильно понимаю? Или наоборот. Да. Или наоборот. Или когда из другой страны заводятся деньги в Соединенные Штаты Америки. Я правильно понимаю? Правильно, да. То есть если иностранный учредитель, например, да, одолжил компании деньги на первоначальную закупку товара, например, иностранный учредитель одолжил американской компании, то это тоже должно быть указано и задекларировано в форме 5472. Понятно. Многие, кстати, у нас спрашивают, как правильно завести деньги на американскую компанию. То есть вот компания открыта, понятно, что у нее на начальном этапе нету никаких денег, нету ничего. Как сделать так, чтобы вот свои личные деньги завести на компанию и с компанией завести, осуществить платеж? При том, что максимум, что у нас есть, это счет на Пионере. Да? То есть это некая платежная система, которая не является полноценным банком. Как правильно? Платежная система здесь, в принципе, роли не играет. В смысле, как учитывать это, да? Да, как правильно сделать? Можно просто закинуть на счет со своего личного Пионера или нужно какие-то нюансы соблюсти? Способ, как вы переведете деньги, в принципе, роли не играет, а как вы учтете, это играет роль, да? То есть, соответственно, это может быть или же деньги даны взаим компании, или же и это может быть первоначальный капитал, первоначальный взнос, или же дополнительный взнос. То есть я знаю, что у нас есть вопросы про капитализацию компании, там дальше, я не знаю. Да, но мы чуть позже об этом поговорим. Вот этот вопрос именно о капитализации компании, да, то есть если учредитель хочет внести изначальный взнос в компанию, как эти деньги попадут, это принцип сюда, это роли не играет. Как мы их учтем, это играет роль, потому что если большие суммы внесены как и первоначальный взнос, первоначальный капитал в компанию, эти деньги достаточно тяжело будет как бы вернуть. То есть это надо предусмотреть и посмотреть, или же сумма, данная учредителем или родственной компанией взаймы, будет для нас как бы более выгодно, для компании более выгодно. Вот. Ну, то есть можно или сделать взнос учредителя, или дать своей компании взаймы с целью следующего возврата, правильно? Да, и взаймы, естественно, может дать или другая родственная компания, или же сам учредитель. Да. Какие при этом документы нужно оформить? Это должен быть договор, который разрабатывает американский адвокат, или просто запись на салфетке?
Нет, запись на салфетке нет. Это желательно, чтобы это был договор. Разработан он американскими адвокатами или разработан он, я не знаю, или там в России, или на Украине. Это, в принципе, не имеет значения. Главное, чтобы договор был, присутствовал и соблюдались правила договора. То есть в течение года, если, например, договор предусматривает, что родственная компания дала взаймы деньги американской компании, и вы должны выплачивать, например, $1000 родственной компании назад каждый месяц, то желательно, чтобы правила этого договора были учтены, и вы их, как бы это делалось действительно, а не просто на договоре это было написано. Ну, а договор может быть на русском языке, на украинском или обязательно на английском? Договор не должен быть на английском языке, но если будет проверка, вам его придется перевести на английский язык. Ну да, потому что... Желательно, чтобы он сразу был на английском. Окей. Вот здесь вот вопрос по форме 5472. Если владелец внес 5000 и получил обратно 2000, какую сумму показывает 5472? И ту, и другую, да? Вопрос такой, и ту, и другую, это первый, да, ответ. Но если вы внесли 5000, как вы назад 2000 получили? В качестве дивидендов? То есть как конкретно вы будете это указывать в форме 5472, зависит от того, как вы получили деньги назад. Но да, вам надо будет декларировать обе суммы. Обе суммы. Ну, надеюсь, что мы ответили на этот вопрос. Давайте. Просто в случае, когда вы получили деньги назад, есть такой потенциал, что вам нужно будет заплатить на эту сумму налог. В зависимости от того, как вы получили ее назад. Но... Да, то есть, или если возврат вложений, то нет налога, а если как дивиденды, то нужно заплатить налог. Я правильно понимаю? Да, правильно. Все, супер. Здесь был вопрос. Так, сейчас, секундочку. Куда-то делся. Если завели деньги на счет каким-то путем, нужно ли показывать, откуда эти деньги были получены? Ну, типа, есть ли в Америке проверка происхождения денег? Или это, ну, то есть учредитель внес на счет компании, но откуда получил эти деньги, а учредитель никому не известно. Нужно ли это как-то подтверждать? Ну, это такие единичные случаи, и такие проверки, в принципе, да, они существуют, но очень мало я с этим встречалась, чтобы действительно кто-то проверял, откуда деньги были внесены в компанию, как они туда попали. И мы уже говорим не о каких-то там десятках тысяч, например, да, мы уже говорим о очень больших суммах. Поэтому, если мы с вами обсуждаем, там, например, 10 тысяч, 20 тысяч, ну, до 100 тысяч, я бы об этом пока не волновалась. Окей, я вас понял. Если у вас есть вопрос по поводу, в какой строчке указывать, это уже, наверное, более детальная консультация. Вы можете обратиться к Анне. Мы готовы оказать вам персональную консультацию, и тогда уже поговорим, про какие строчки, про какие затраты, потому что это детальный уже вопрос, который требует отдельного обсуждения. Так, кажется, на все вопросы ответили. Продолжим дальше. Давайте поговорим про затраты. Очень часто в нашей Amazon-среде люди говорят о том, что хорошо, то есть вот у меня, я получил от Amazon 100 тысяч долларов, 50 тысяч долларов я потратил на закупку товаров в Китае, а оставшиеся я хочу вывести максимально безопасным условно способом в свою страну, да, и при этом заплатить как можно меньше налогов в США, оставить их в Украине. Я понимаю, что да, я не очень корректно выражаюсь, но тем не менее, то есть мы говорим про затраты. Какие, вот если компания в Соединенных Штатах Америки, у нее нет ни офиса в Америке, ни сотрудников, ничего нету в Америке, она только зарегистрирована, она получает деньги от Амазона или каких-то других площадок, да, и возвращает эти, ну, то есть часть оплачивает в Китай или какие-то другие страны за товар, и у нее остаются еще какие-то деньги, которые она должна, ну, безусловно, затраты у компании есть, да, то есть, и какие это могут быть затраты, и как правильно здесь нам
двигаться в этом направлении? Ну, в американском законодательстве о налогообложении нет конкретного утвержденного списка расходов, которые бы считались бизнес-расходами. Да? То есть конкретно такого списка нет. Но в IRS, IRS код написано, что чтобы расходы считались и были deductible, да, то есть мы смогли списать свои налоговые декларации, они должны быть необходимыми и они должны быть обоснованными. И, соответственно, они у вас должны быть документально подтверждены, эти расходы. То есть если, так, например, да, как шутку, если вы можете обосновать то, что менее чем как на яхте вы не могли подъехать к своему клиенту, да, то, соответственно, вы можете списать яхту как свой расход, если вы можете это обосновать. Но это так, шутка такая, exaggerated, будем так говорить. Да? Но смысл всего этого в том, что вы как владелец бизнеса, да, как учредитель или как президент компании, вы должны будете обосновать статью расходов. Будем так говорить, при проверке. Потому что, опять же таки, в Америке self-assessment идет, вас никто не проверяет, пока вы не попадаете под аудит или под проверку очень такого узкого характера, что тоже возможно. Mm-hmm. Поэтому все, что вы считаете бизнес-расходами, вы можете, в принципе, списывать, но, опять-таки, при проверке, при аудите вы должны будете обосновать, эти расходы должны быть необходимы с целью получения дохода вашей компании, и вы должны будете документально подтвердить эти расходы. Понятно. Скажите, пожалуйста, если я живу в Украине, и для того, чтобы моя американская компания работала, я должен снять офис в Украине. Это расход? Это расход, да. Я должен оплачивать его со своего счета или можно какими-то другими путями его оплачивать и потом в качестве компенсации попросить со счета компании? Ну, желательно, чтобы все проводилось через компанию. То есть все расходы на бизнес должны проводиться через бизнес-счет. Не через учредителя. Yeah. Естественно, будут какие-то моменты, да, когда учредитель или же люди, которые работают на вас, будут оплачивать какие-то расходы со своего собственного кармана, и компания должна будет сделать reimbursement, да, этому человеку или вам. Но желательно такие случаи уменьшить, чтобы компания сама оплачивала свои расходы. В вашем примере несколько вариантов возможно. Возможно, у вас есть компания на Украине, родственная, и вы платите родственной компании, родственная компания уже на Украине осуществляет оплату за аренд офиса, за сотрудников, за оказание юридических услуг на Украине, за оказание каких-то других услуг на Украине. Или же вы можете... американская компания может напрямую платить третьим лицам на Украине за какие-то услуги и за те же рент офиса, рент склада, транспортировку, не знаю, любые другие бизнес-расходы. Если я американской карточкой со счета компании оплачиваю за такси в Украине или в Гонолулу, в Гондурасе где-нибудь, это тоже расходы компании, правильно? Это расходы компании, естественно, вы должны будете обосновать, почему вы поехали в конкретную Гонолулу. Это же Гавайи, это же Америка. Да, вам нужно будет обосновать необходимость этого для каких бизнес-целей, как вы собирались получить доход с цель поездки. Да? То есть, если я поехал в Китай для того, чтобы покупать товар, для того, чтобы общаться с кем-то, то я могу оплатить и гостиницу, и переезды, и такси, и прочее. Все расходы, которые вам понадобились для того, чтобы осуществить эту бизнес-поездку, налаживание отношений со своими китайскими партнерами и так далее. Понятно. Все, супер. Там есть некоторые моменты, потому что, например, бизнес, там, ланчи...
они не 100% списываемые. Ага. Они списываются только на 50%. Ну, то есть, понятно. То есть, есть в основном все другие расходы, они списываются 100%, бизнес-расходы. И, но вот раньше был meals and entertainment, то есть это ланчи, обеды, ужины и entertainment. Entertainment это, так понимаю, кинотеатры, дискотеки, ночные клубы, да? Ну, все, что вы подразумеваете под этим. Списывалось 50%, а да, новое законодательство 2018 года запретило entertainment. То есть теперь только meals. То есть обеды, ланчи. А, то есть entertainment, теперь в кинотеатр сходить где-нибудь там, это нельзя за счет компании? Теперь нельзя. Печалька. Ну, можно, но это вы не сможете писать это в бизнес-расход. Понятно. Соответственно, мы должны будем заплатить налоги как с прибыли, да? Да. Все, понятно. А, несколько вопросов у нас появилось. Можно ли вносить учредительный займ под проценты в свою компанию? Не только можно, а нужно, потому что этот договор должен был быть составлен, как называется, arm's length transaction, то есть так, как если бы вы просили займ у третьего лица, и желательно, чтобы процент соответствовал текущему проценту в Америке. То есть если, например, сейчас в Америке вы можете взять займ, ну, очень мало, да, от 6 до, например, максимум, наверное, 10%, то желательно, чтобы ваш договор не предусматривал 30%. Хотите, я вам скажу, сколько у меня по кредитной карточке процент? Кредитной карточке это другое. А, да? Окей. Mm-hmm. То есть для компании это примерно до 10%, да? Ну, где-то так, да. До 10%, average, да. Я бы сказала, average, в зависимости от компании, но average займ, наверное, где-то... 7-9%. 7-9% в среднем. Все, понятно. Вот сразу тут задают вопрос, а где можно посмотреть текущий процент? В банке, наверное. В банке? Очень много. Yahoo Finance, LIBOR, посмотрите. Вот так и пишите. US LIBOR rate. Mm-hmm. То есть... И там можно посмотреть. Okay. Да. Вы можете просто в Google ввести, оно вам много результатов даст. Я понял. Ну да, то есть у нас ответ на все один. Google в помощь. По поводу цифр. Так, в большинстве случаев после регистрации компании переводите деятельность с аккаунта физического лица. Как это мы уже как раз вот об этом уже некоторое время назад с вами говорили на личной консультации. То есть, когда переводится деятельность с аккаунта физического лица на юридическое лицо, как правильно оформить перевод всех товаров, которые на преп-центре, но были куплены физическим лицом? То есть товар еще не поступил на склад Амазона, да, он еще находится где-то в процессе, вот, и он должен поступить на склад Амазона, который уже принадлежит компании, а не физическому лицу, который был до этого. Как оформить деньги, выведенные Амазоном, но с продаж физического лица и так далее. То есть как вот это вот, как поставить вот эту границу до и после, когда есть много чего еще в процессе? Ну, дело в том, что граница-то, я не знаю, ли можно просто провести границу, но если мы подразумеваем товар, например, который был на активе у физического лица, а теперь он переходит на актив юридическому лицу, то есть компании, да, то вы переводите это в актив компании, и, соответственно, как компания получила этот товар. Опять же таки, это входит в первоначальный взнос учредителя, или это же товар, который дана взайм? Угу. Здесь нужно учитывать разные моменты, которые для каждого лица, физического и юридического лица, будут свои моменты какие-то. Товара, в принципе, не играет, ага. но как вы хотите учесть это, да, в своем бухучете, вам надо об этом подумать и обсудить. Ну, смотрите, как бы сделал я, ну, то есть чисто теоретически, да, то есть я бы зафиксировал, сегодня у нас 6 мая, вот на 6 мая общий товар, который еще не продан, составляет такое-то количество, и этот весь товар я передаю на компанию, да. Общая сумма, которая еще есть на Амазоне, уже проданная, составляет такая-то сумма, и вот эта сумма моя, а после этого компания.
Ну, то есть, и сделать какой-то документ, который бы разграничивал вот эти вот условные потоки. Я Да, правильно понимаю? Дело в том, что, в принципе, правильно. Дело в том, что вопрос такой, как Amazon в конце года задекларирует доход, полученный вами. Он подаст отдельную декларацию на вас, как на физическое лицо. Нет, или все у продажи, нас есть уже эта практика. Или все продажи будут учтены в конце года как продажи юридического лица. А если Amazon в конце года задекларирует, что все продажи в течение года были сделаны от компании, от юридического лица, то у вас не будет выбора, как полностью всю деятельность за год декларировать под, под налоговой декларацией, которую вы должны будете подать для компании. Ну вот у нас есть уже с вами пример, да, когда за 2019 год человек перевел аккаунт с физического лица на юридическое только в апреле, но Amazon отправил форму 1099K, в которой учел весь оборот за год как принадлежащий компании, правильно, да? Да. Соответственно, и отчеты нужно, ну то есть в суммах должно быть учитываться вот именно вот этот вот весь оборот. Почему это так произошло? В любом случае, я бы посоветовала учесть, если как вот Антон, как вы сказали, да, если на данный момент была произведен как бы эта сделка, да, от физического лица к юридическому лицу, я бы задокументировала в вашей бухгалтерской системе, в Excel, где угодно, да, конкретно, что произошло на эту дату, когда состоялся этот перевод. Потому что мы сейчас не знаем, как Amazon поступит в конце года. Да, окей. Надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос, Юрий. Следующий вопрос. Обязательно ли вести инвентарь в американском учете или, возможно, упрощенно учитывать только приход с продаж и расход денег на его закупку? Здесь, наверное, вопрос по бухгалтерскому учету. На самом деле вы можете вести бухгалтерский учет в любой удобной для вас программе, даже в Excel. Вопрос потом, как делать это в буккипинге, то есть, да, когда мы будем подавать годовой отчет, нужно будет просто больше разъяснений от вас, что это такое и откуда это взялось. Я правильно ответил, да? Ну, я бы ответила по-другому. Окей, конечно. Я интерпретировала этот вопрос чуть по-другому. Дело в том, что в Америке В Америке существует cash basis and accrual basis. Это может быть чуть сложно и не для данного форума, конечно. Но я так понимаю, что в России сейчас тоже довольно широко распространено представление, что доходы – это поступление денег, а расходы – это выплаты. Это так называемый кассовый метод. Да, то есть в нашем понимании это cash basis method. Это ошибочное ведение учета, и это неправильно. То есть, когда вы покупаете, то есть на ваш вопрос, нужно ли учитывать inventory и только списывать, когда вы ее продали, да. Вы не можете купить товара на 20 тысяч, например, и сразу списать его в расход, пока вы его не продали. То есть, когда вы покупаете товар на 20 тысяч, это становится вашим активом на балансе. Вот. И когда этот товар по ходу его продажи этого товара, вы списываете себестоимость этого товара в расход. Вот. Это, как так сказать, basic, базовый такой... Базовый принцип бухгалтерии. Да. То есть ответ на вопрос, можно ли сразу списать инвентарь в расход, нет. Да. Вопрос в том, вот человек уточняет, вопрос в том, нужно ли кроме денег описывать сколько какого товара, сколько где продано, сколько брака и так далее и тому подобное. И да, и нет. Но дело в том, что... Если у вас хорошая бухгалтерская система, то эти отчеты довольно легко с этой бухгалтерской системы взять и указать. С чем я столкнулась недавно или с многими компаниями, это то, что у многих компаний такой бухгалтерской системы нет. И, соответственно, для них очень тяжело такой отчет создать. А Amazon эти отчеты
у Амазона хороших отчетов насчет инвентории тоже нет. Они очень какие-то сложные, и, в принципе, я так понимаю, Amazon бесплатно этого делать не хочет, показывать вам отчеты. Вы можете на конкретную дату посмотреть репорт, сколько у вас остаток на Amazon Warehouse какого товара, но потом перевести это в свою систему, в Excel, например, это нелегко делается. Нужно ли указывать количество какого товара? В принципе, что вам нужно указать? Это вам нужно указать количество инвентории и, соответственно, сколько стоимость этого товара на определенную дату. То есть, если мы закрываем год 31 декабря, да, вам нужно указать, сколько у вас непроданного товара на 31 декабря 2020 года. Как вы можете это сделать, если вы не знаете, как? Если вы продаете разный товар, да, например, вы продаете iPhone covers, вы продаете, я не знаю, резинки для волос, то есть, соответственно, разный товар, да, и у него разная себестоимость. Если вы не ведете никакого учета, то вам будет довольно-таки тяжело указать, да, сколько товара, на какую стоимость у вас на балансе 31 декабря. То есть желательно, чтобы каким-то образом этот учет велся. Понятно. Я думаю, что мы ответили на ваш вопрос. Одно уточнение. Вот помните, вы сказали, что кредит можно взять под кредит компании можно взять под 10%, да? А что если кредит дается из Украины, а там процент там больше? Это как-то можно обосновать или нет? Или это тогда да, американская компания должна взять кредит в американском банке, да? Или нет? Ну, так. Я, в принципе, думала, что такой вопрос будет, да, но честно скажу, что большинство компаний, если вы столкнетесь с тем, что вас будут проверять по поводу переводов денег с родственных компаний и с учредителя на компанию и так далее, то вам понадобится довольно-таки много договоров и документации, которые обосновывают и деятельность, и что конкретно происходит. Но на ваш вопрос ответить, я думаю, что обосновать это можно. То есть американская компания, которая нет никакой credit history в Америке, ей будет очень тяжело получить деньги в Америке, и, соответственно, легче получить деньги в другой стране. И, ну, то есть да. Короткий ответ – да, вы можете обосновать, если этот кредит немного больше в процентах. Но если это уже будет там 50-75%, то это будет чуть-чуть нереально. Ну да, то есть у наркобаронов дешевле кредит, да, чем у родственной компании. Ну, в Америке тоже есть loan sharks, которые дают кредиты уже компаниями, людям, которые совсем не подходят по кредитной истории, да, которые не могут получить conventional банков, да, или компаний, которые занимаются loan, они не могут получить там деньги, и loan sharks дают под довольно-таки высокие проценты, такие даже как 50%, mm-hmm. Так что... Здесь свои исключения. Вот я к чему. Окей. Надеюсь, что мы ответили на этот вопрос. Следующий вопрос. Когда товар активен на балансе при годовом отчете, нужно ли с него платить income tax? Нет. Ну, вы не платите с него income tax. Меня слышно? Да, что-то были какие-то проблемы с соединением. Сейчас вроде слышно. Хорошо. Вы не платите налог конкретно с товара, который у вас на активе, но этот товар, соответственно, не учитывается как ваши расходы у вас на отчете о доходах и расходах. И, соответственно, не уменьшается ваша прибыль за счет этого товара. То есть вы косвенно, да, вы не платите конкретно налог на него, но, опять же таки, этот товар не идет вам в расход. Я понял.
Надеюсь, что мы ответили на этот вопрос. Следующий вопрос. Насколько реально получить кредитную карту для компании в США при условии, что она, что компания принадлежит нерезиденту? Ну, практически нереально, потому что у владельца компании должен быть индивидуальный налоговый номер, это Social Security номер или ITIN, с определенной кредитной историей, и просто так эти кредитные карточки не даются. То есть в Америке можно получить $300 кредитную карточку сразу, но это на физическое лицо, а на компанию это намного сложнее. Причем даже если вы получите на физическое лицо, то вам нужно тоже получить сначала Social Security или ITIN, то есть это только для резидентов. Я правильно понимаю? Или есть какие-то другие прецеденты у вас? Конкретно компания может получить деньги взаймы от банков, но с определенной кредитной историей, я думаю, как минимум лет 5. Понятно. Ну, то есть, значит, для новых компаний, особенно те, которые еще не показали какую-то большую прибыль, это невозможно. Так, здесь мы ответили на все вопросы. В принципе, мы то, что сегодня запланировали, мы уже поговорили. У нас осталось предварительные вопросы, которые нам прислал один из читателей, на которые мы сейчас с удовольствием ответим. Первый вопрос. Слышал, что нельзя списывать годовую прибыль на покупку товаров на следующий год. Что нужно сначала продать эти товары, а потом можно учитывать сумму при списании годовой прибыли? Просьба прояснить этот момент. Ну, мы его буквально только что обсуждали, да, это когда вы покупаете товар, он не становится вашим расходом. Это когда вы покупаете товар, это ваш актив на балансе. И пока вы его не продали, он, в принципе, не может быть вашим расходом. Все, да, понятно. Понятно, мы уже ответили на этот вопрос. Вот, кстати, напомнили сейчас вопрос, который, к сожалению, спустился вниз, я не увидел его. Ранее задавали вопрос про sales tax для магазина на Shopify. Shopify – это, ну, типа, персональная площадка. У вас есть, когда свой сайт есть, и никто, кроме вас, не задействован в этом процессе, да, то есть вы продаете на всех территориях Соединенных Штатов. То есть правильно ли я понимаю, что если вы продаете не на Amazon, который делает за вас sales tax, а на eBay, на Shopify и так далее, то вы должны весь груз ответственности по sales tax по всем штатам брать на себя? Да, конечно. И ваши продажи, например, если это штат Канзас, да, где Amazon Marketplace facilitator вам как бы не подходит, они там в Канзасе, они этого не делают пока, то ваши продажи со всех площадок суммируются, и то есть вы считаете критерий, в Канзас это вообще плохой пример, потому что в Канзасе нет этого порога, поэтому если вы, например, продаете в штат Канзас, то даже если вы туда продали, так скажем, за 2,99, вам нужно будет это, весь груз ответственности брать на себя. Понятно. То есть, если вы, ну, то есть ответ звучит на ваш вопрос так, что если вы продаете на Shopify, то весь sales tax Nexus вы должны сделать самостоятельно и официально начиная с перепродажи. А скажите, пожалуйста, ну, есть вот граница между законностью и здравым смыслом? Ну, то есть, вот я только начал продавать, я продаю на $1000 в месяц. Я понятия не имею, какой штат у меня будет завтра отправлен мой товар, но административные издержки на sales tax, регистрацию, да, и подачу отчетов у меня будут очень большие. То есть ли какой-то логичный порог, с которого нужно начинать, или нету? Во многих штатах вам дается так, вы можете смотреть на историю своих продаж за последние 12 месяцев. Но проблема в том, что штат может заставить вас вернуться назад и сделать это все за прошедшие 12 месяцев. Вот. Опять же таки, зависит от штата. Многие штаты получают информацию с разных площадок и присылают вам нотисы, вот. Поэтому, конечно, здравый смысл может быть, да, пока я не продал хотя бы на $1000, я, в принципе, не буду там регистрироваться и не буду там ничего ни у кого взимать и не буду никому ничего платить. Но здесь
На самом деле очень многое зависит от штата и очень многое зависит от вашей, как бы, скажем так, удачи. Потому что на самом деле вы можете, штат вам может прислать нотис за, даже на продажу, например, на 2000, на 5000. Хотя это довольно-таки мало. Понятно. Так, у нас было еще три вопроса. Я думаю, что я на все вопросы ответить. Есть ли софт для sales tax? Софт для sales tax есть, это TaxJar. Единственное, что он может вам много чего посчитать, но он вам не поможет анализировать. Да? То есть там есть множество информации, которую вы можете изучить, почитать, вот, но там везде написано на TaxJar, что это ваша ответственность. Правильно я понимаю, да? Анна, вы слышите меня? Да, я слышу. Да, все хорошо. Вы меня спрашиваете? Тогда последний. Про TaxJar был вопрос у меня у вас. Ну, вы правильно ответили на вопрос. Единственное, что за определенную плату, по-моему, TaxJar тоже может для вас делать filings. Но okay. Вы можете это уточнить. Окей, я понял. У нас был вопрос про капитализацию компании. Как увеличить капитализацию компании? Это делается после уплаты налога с прибыли или до? Тем самым уменьшить налогооблагаемую прибыль. Я не очень понял. Вы поняли, про что здесь вопрос? Я не совсем понимаю, о чем конкретно этот вопрос и зачем человеку увеличивать капитализацию компании, но, в принципе, капитализация компании растет каким образом? Или учредитель делает первый взнос, или учредитель делает дополнительные взносы капитала в компанию. Таким образом может вырасти капитализация компании. И, соответственно, доход, прибыль компании каждый год, которая добавляется из года в год, увеличивает капитализацию компании, если эти доходы, прибыль не была выведена из компании в виде дивидендов. Растет капитализация, но она никак не влияет на налогооблагаемую прибыль или доход компании. Поэтому, если можно было бы уточнить вопрос. Если вы уточните вопрос, если вы нас сейчас смотрите, вы сможете уточнить этот вопрос, мы постараемся сейчас ответить. Если нет, то в порядке индивидуальной консультации. И последние два вопроса. Фирма может уменьшить налогооблагаемую сумму за счет различных услуг? Можно ли уменьшить налогооблагаемую сумму за счет приобретения на фирму недвижимости или акций других компаний? И тут же сразу вдогонку вопрос, какие налоги должны быть уплачены с акций? То есть вот это вот немножко не наша тема, но если вы можете, то прокомментируйте, пожалуйста. Теоретически можно косвенно уменьшить доход приобретением недвижимости. Почему косвенно? Потому что вы не уменьшите прибыль, доход компании на всю сумму покупки недвижимости. Ваша прибыль каждый год будет уменьшаться суммой амортизации этой недвижимости. Но есть еще один такой момент, что по ряду юридических причин мы обычно не рекомендуем покупать недвижимость на компанию, которая ведет какую-то коммерческую деятельность. То есть обычно рекомендуется покупать недвижимость на отдельную компанию как называется, liability reasons, да, то есть по причинам... По причине возможной ответственности. Да, ответственности компании. По поводу акций, это такой сложный вопрос, потому что это надо адресировать инвестмент-банкерам вопрос по поводу акций. И как вам лучше инвестировать, через физическое лицо или через юридическое лицо? Я не могу таких советов давать. По поводу налога на акции, конкретного налога на акции нет. То есть обычно, если физическое лицо инвестирует в акции, вы платите налог на доход с акций, или же вы можете взять как расход на своей налоговой декларации убыток, который вы понесли, если акции пошли вниз. И опять же таки, если вы их продали с доходом, с прибылью или с убытком. То есть пока они
у вас находятся в активе, и они не... То есть это прибыль не реализована или убыток не реализован, вы не можете его учесть. Да? То есть вы можете это учесть, когда убыток или прибыль реализованы, то есть когда вы продали акции с прибылью или с убытком. Ну, я вас понял. Угу. Надеюсь, что мы ответили на ваши вопросы. Только что пришел вопрос. Реинвестируемый доход облагается налогом? Я думаю, да. Да, облагается налогом. Да, конечно же, да. Да, потому что это очередное вложение, очередные прибыли, очередные доходы. Но я надеюсь, что мы... Такой момент, что для, опять же таки, я не знаю, человек, который спрашивает вопрос, он резидент Америки или резидент другой страны, налог будет варьироваться в зависимости от того, резидентом какой страны этот человек находится. И попадает ли инвестиционный доход, если это человек, резидент другой страны, договор Америки с той страной о двойном налогообложении обычно учитывает очень много пунктов доходов. И обычно есть скидки, так скажем, на налог на разные виды доходов. Если и эти доходы, перечень этих доходов для каждой страны свой. Например, во многих странах когда эти договора были подписаны очень давно, даже, например, такой доход, как дивиденды, не прописан. Вот. Mm. Хотя в других странах, например, в России или на Украине, этот доход, дивидендовский доход, он налог на него 10% в России, 15% на Украине. Вот. Mm. Это уменьшенный, как бы скажем, налог, да, с 30%. А в других странах, в других договорах это не прописано. То есть это все зависит, опять-таки, в какой стране человек находится, резидентом какой страны он является. Ну, на этом я думаю, что мы закончим наш вебинар, нашу консультацию. Если кому-то нужна индивидуальная консультация, пожалуйста, стучитесь мне в личку. Мы сможем запланировать с вами индивидуальную консультацию с Анной, где разберем непосредственно ваш вопрос, непосредственно вашу деятельность и непосредственно ваш бизнес, и поможем всем тем, чем сможем, что называется. Вот, окажем вам любые услуги, связанные с открытием компании и дальнейшим бухгалтерским обслуживанием. А с вами был Антон Чехов и Анна Храбова. Большое спасибо. Подписывайтесь, здесь будет много чего интересного. До свидания. Спасибо. До свидания. Подожди.